Муниципальное автономное учреждение «Ермак» получило высокую оценку в кругу профессионалов в Новосибирске. На днях там завершилось совещание Межкоординационного совета Федерации хоккея России, Сибирь, Дальний Восток, на котором были подведены итоги уходящего сезона. Руководство МАУ «Ермак» удостоили памятного настольного знака. Это заслуга всего творческого коллектива тренеров, которые работают с детско-юношескими командами в Ангарске. Их, напомним, 12. Отметим, что «Ермак» оказался в числе лучших среди хоккейных школ таких крупных городов, как Новокузнецк, Новосибирск и Хабаровск.